я по-русски говорю, да. Я с детьми по-русски говорю. Да не, а так, конечно, я здесь, в принципе, освоился уже, чё. Меня зовут Лазарь, мне 36 лет. Болею я за «Локомотив» с 95 года. То, что в сердце, то в сердце. То есть, как первая любовь, это остается навсегда. Для меня стадион ассоциировался с «Югом-3». Вначале нас было вообще человек 50-100. Художник, Стасик, партизан. Последняя наша надежда в Еврокубках. Первый матч мой был «Локомотив» Штутгарт. Я туда прошел без билета. Памятные матчи с Тиролем. Помню, как мы разгромили «Интер» 3-0. По этим матчам нас здесь помнят. Это, конечно, добавляет гордости за «Локомотив». В Италии, конечно, боление не то, потому что я же не могу прийти на стадион. Не хватает стадиона, не хватает «Юга-3». Какая-то. Потрясающее ощущение. Вот это, по-моему, али-али-локо, эй! Али-али-локо, эй!